Коммунальщики продолжают налаживать подачу воды в селе Летно-Хвалынском Спасского района. Бригады выявили и устранили порыв на водоводе, сейчас меняют насос на глубинной скважине. По словам специалистов, сети обследовали в поисках утечек, в том числе с помощью специального оборудования. Проводим демонтажные работы погружного глубинного насоса. Вот на сегодняшний, прямо вот на данную минуту, уже его извлекли. Сейчас происходит его демонтаж от труб. И дальше будем уже готовиться к монтажу. Эта ориентировочно-подготовительная работа к монтажу займет около 2 часов. И в обратном порядке приступим к монтажу. То бишь трубы будут собираться в единый конструктив и опускаться в скважину. Ну и дальше уже подключение, монтаж. Чтобы добраться до насоса с помощью крана, бригаде предстоит вытащить из скважины более 80 метров трубы, на которой крепится оборудование. После этого рабочие перемонтируют насос и проложат новый силовой кабель. Напомним, жалобы на постоянный перебой с водоснабжением жители населенного пункта направляли в соцсети правительства региона и губернатора края Олега Кожемяка. На решение проблемы глава региона поручил подключить к помощи местным властям предприятия Примтеплоэнерго и Примводоканал, а МинЖКХ на месте контролировать ход работ. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.